Привет, мои хорошие! Сегодня готовим повседневный вкусный салат с печенью трески. Картофель предварительно трем на крупной терке, выкладываем в форму для салата, либо просто на плоскую тарелку. Плюс картофель смазываем майонезом. У печени трески сливаем жидкость, разминаем вилкой и кладем поверх картошки. На печень трески выкладываем мелко нарезанный лук. Огурцы я использовала домашние, свои. Я их просто мелко нарезала. Выкладываем сверху на лук. Поверх огурцов кладем яйца. Я их натерла на крупной терке. Также смазываем их майонезом. И заключительный этап салата. Кладем сыр. Я его натерла на мелкой терке. Теперь главное достать аккуратно салат из формы. Можно дать постоять салату час-два для пропитки. Вкусный и быстрый салат готов. Приятного аппетита!